Добрый день, в связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Renault Captur 2019 года выпуска в красно-черном цвете с бензиновым двигателем объемом 2 литра, 143 лошадиных силы, АКПП полный привод, на литых дисках зимняя резина, пробег 58 тысяч километров, имеются повторители в зеркалах, бесключевой доступ. По салону у нас тканевый салон с красной прострочкой, не прокуренный, чистый. Кнопка старт-стоп. Кондиционер, мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, антиюз. Также у нас имеются подогревы сидений, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 155, 149. 157, 157, 161, 131, 131, 151, 150, 200, 164.